Всем привет! Сегодня буду играть с модами на 1.6 и 4 версии. О, да. Так, и здесь такие моды, как Industrial Craft 2 экспериментальный, Build Craft. Что тут еще, я уже не помню. Так, всего здесь 61 мод. Вот они все, если хотите, можете просмотреть сейчас, пока я быстренько листаю тут. А, Сумеречный лес. Так, это вот неинтересно, кто. Самое большое место занимает этот вот мод. Так, на сундуки, ранчес, вот эти вот, на большие сундуки, бэкпаки, Forestry установлен. Ну, в целом, больше такого ничего. Так, все, вернулись. И так, давайте начнем играть. Так, в зиме не люблю жить. Ух ты, построечка какая-то. Ай, аккуратненько. Сейчас набрать надо сначала этих блоков. О, что так залагало, я так и не понял. Это нехорошо. Так, здесь сундук. Болотные сапоги. Ага. Так. Ну, заберем себе, потом дом построим. Так, вот здесь очень прикольный мод есть. Вот такая физика. Смотрите, вот выкидываем блок, и он прям падает с физикой. Вот пластинка, она будет валяться так красивенько. Ботиночки, если выкинуть, то они тоже валяются, они как стоят там, типа. Давайте их оденем. Какая-то. Я что, не защищаю? Что не делаю? Ладно, спустимся так. Проще будет, походу. Такс. Ой, еще что-то есть. А что здесь? Сундучков нет? Так, ладно. Пока топора нету, ничего не интересного. Так, сколько здесь уже, о, будут эти луговые пчелки. Так, выкинем грязь. Вот, может здесь где-то начать жить. Что здесь есть? А здесь такого ничего интересного нету. Нет никаких ни шахт, ничего. Так, медька, третька, тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин, на шифтике, так, окей, где-то здесь можно, о, угольная, это, она, короче, уголь дает, по идее, должна уголь давать, о, пустынька. Под пустыню я люблю. Ого. Надо запомнить это место. Сейчас я поставлю тут waypoint. Так. Пускай будет много. Все. Будет много ресурсов. Все. Пускай здесь стоит. Вот такая вот. Только что вот установил тут дизайн с минимап, вот этот вот интересненький, с помощью которого можно телепортироваться на всякие разные. А! Да, эти курицы мне дают слепоту, они еще могут убить! Я русский из гетто. Так. Яйца мне... Какие яйца вы мне даете? Зачем ты мне яйца даешь? Умри! И... Курица. Так, яйца дали. Ух ты, при убийстве они выпадают даже. Ничего себе. Ну-ка, о! Новое достижение джунгли исследовано. Давайте по бережку побегу. Посмотрю, может, что здесь есть. Интересненького. Нет, не люблю я джунгли. Там никогда ничего хорошего в этих джунглях. Так что придется быстренько где-то захомиться.
Нормально все. Джунгли, 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 джунгли. Тут тоже лук, может туда на лук пойти, может там что-то есть интересное. Ай. Аккуратненько, лучше в водичку спрыгнуть. Курочки, только не смотрите на меня, пожалуйста. А, я думал, тут тоже ущелье. О-о-о-о-о-о-о. Так не делай. Пожалуйста. Что здесь интересно есть? О, арбузики. А вот арбузики нам нужны. Не тронь меня. Не трожь. А, первый раз я боюсь куриц. Что за охота куриц на меня-то? Что я им сделал плохого? Почему? Ну почему? Нет. Я же тебя не трогал. Я же тебя не трогал. Ну не трогал же я тебя. Говно, говно, говно. На, получи. На. Шел против моего арбузика. Так почему у вас так много? Так, сейчас временно убежим. Там, где много лесов. Буду там, короче, жить. Где много леса, будет моим домом. Все. И сейчас бы упал. Так. Давай. Все. Тут я поставлю сундук и скину вещички. Давайте покушаем. Надо быстренько нарубить дерево. Тут как раз дерева очень много, так что можно его и нарубить. Нарубить. Ой. Сейчас главное топорик хотя бы сделать, потому что топор тут топором очень круто будет рубить. Сейчас скоро будут мобы, так что надо быстрее развиться. Так, верстак, все. Сюда, так, палочки. И все. Может, топорик сделать? Так. О, ну все, мобов уже дофига. Да, сейчас буду очень-очень-очень медленно рубить, потому что какой-то мод, короче, я установил, он помогает срубливать, то сразу все дерево спиливает. Сначала лучше подождать долго, но спиливает все дерево. И любое дерево, хоть оно из мода, хоть оно откуда. Главное просто от его, сколько оно, вот, где. Сейчас, видите, долго так спиливать дерево тупое. Ну, получается такая же скорость, как и при простом спиливании каком-то таком. Так, давайте хоть посадим их. Пусть растет что-то здесь. Тут растет. Все, растите. Ой, там еще и скелет возле моего дома. Нет, не хочу. Нет, не буду. Нет, не пойду я. Нет, все, я сюда не пойду. Я лучше тут покопаю булыжник себе чуть. Мобы рядом. Эй, паучок, говно. Так, рядом еще зомби и крипер. Нет, крипер он вообще в подвале. Так что только скелет рядом. И зомби. Так, булыжника. Идет зомби на меня. Нет. Получи топором по вонючим щам. Ау, не люблю тебя. Ты сильно маленькое говно. Еще один. Да что за дай зет?
Да ладно, насрать уже на игроку. Так, надо как-то пробежать так вообще беспалевно к этому сундучку и положить. Ух, ничего себе, я вообще беспалевный. Быстро, 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 быстро скинуть, 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 скинуть. Все, убивайте меня, убивайте. Не убили. Не убили, не убили, не убили. Я просто забыл положить еще 5 дусочек. Видите, все. Я поставил, я поставил. Идите отсюда, идите. А что, сыти, да? Не можешь? Не можешь? Не получается ударить? Ай, 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 ай. На, 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 на. Ну ладно. Все нормально. Так. И что я умею? А я умею вот. Ой, не туда нажал. Так, вот сюда. Маркеры. Этот. Удалить. А сюда тпшнуться. Все. Так получается, я прям в сундуке, но ничего страшного. Ну, говно! Вот говно, наглости там нет, предела. Так, получи, 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 получи. Да получи. Все. Я его убил, наконец, токи. Или стаки. Ладно. Ты, говно! Иди быстро отсюда, я тебя убивать не буду. Сам умрешь. А говно не умер. Эй. Чуть кнопки не сделал. Будешь мне дай. Так. И каменная кирка. Ой, отдай. Все, обновка. Тут почти ачивки не выполнены. Ты меня уже бесишь. Надо меч скрафтить. Все. Потому что уже все достали. Так. Вот так. Так ж хватит уже идти сюда. Вон еще один бежит. О, ух ты! Что я увидел? Говно, 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 говно. Так, а это надо побежать туда. Может, там что-то интересное есть. Сколько тут всяких говномобов. О, нормальненько. Нормальненько. Так, чтоб мобы сзади не подошли. Да, сейчас немножко темновато. Вот все, теперь светловато. Ух ты. О, железка. Вот это хорошо. Вот. Иридий. Да ну на. Да, говорили то, что в экспериментал, блин, добавили спам разный. Уху, я тут буду жить. Так, сейчас поставим здесь точку маркер, короче. Будет домик у нас. Домик. Все, здесь я буду жить. Ху-ху-ху. Нифига себе. Рубины всякие. Так, давайте ресурсы я соберу. Всуну в один сундук. А все свои инструменты буду совывать в другой сундук. Еще иридий? Да ну нахер. Офигеть. Еще и пчелки здесь. Так, вот здесь у меня будут ресурсы пускай. Все. На себя вот одену как раз. По бронечке немножко. А тут будут всякие ресурсы, короче. Все. Так, это я себе возьму. Ой, выкинул. Вы видели вот это вот красиво? Как вот это вот красиво, да? Ну, топорик здесь. Все. Так, здесь у меня домик. Отойди-ка. Тут что-то есть? Тут есть что? Булыжник. Все, забираем. Так, надо забрать что? А, иди отсюда. Забрать, если что. Свинья, иди и спаси меня. Иди сюда. Че, слышь, да? Что это за летающее говно? Ну вот, мне развиваться теперь не надо. Теперь у меня есть
Тут что? Ну и там булыжник был. Короче, буду ломать, потому что... Да, опять булыжник. Круто. Что, разработчикам делать нечего было в каждый сундук, чтобы по булыжнику, блин, было? А? Вы слышали? Я сказал «а», и он сказал «а». А? А? Он так же. Круто. На, мочи. О, мне как раз здесь безопасно от мобов. Хи, это хорошо. Грязь. Это вообще круто. Ужас, сколько я собрал себе сундучков. Опять булыжник. А тут что? О, хлебушек, ничего себе. Я думал, опять булыжник будет. Так. Эй, где здесь? Ой, аж там. Что за говно? Что-то не понял. Че он такой длинный? Ой. На, получи. Получи. И распишись. Так, сколько здесь всего вообще? Так, надо залезть вот сюда повыше. Где-то вот сюда повыше. Посмотрите, тут вообще территорию большая нет. Так, а тут... Опа, там тоже что-то. Или то мое. Нет, мое здесь. Значит, туда надо пойти. И... Да, больше ничего интересного нет. Ну, заберу себе. Ну-ка, что там? Короче, эти сундуки я не буду трогать. Все. Это маленькая, мне не нравится. Сундуки какие-то немощные. По одному булыжнику лежит и хлебушек, и все. О, золотая курица. А, редстоун курица. Золотая курица, иди сюда. Иди сюда, золотая курица. Иди, золотая курица, сюда. Опа, там моб. Че ты хоть продаешь? О, алмазные ботинки. А? Да вы гоните! Офигеть! Я херею! Просто! Блин! Вот это вот клиент. Мне нравится этот клиент с такой сборкой модов. Ну-ка, 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 все наберем. Сейчас запихнем себе домой. В печках ничего не хотел. Так, так и так. О, надо забрать верстак как раз. У меня там верстака нет. Да ну нафиг. И потом исследовать иридий как раз можно будет в экспериментал. Это да. Повезло бы мне так на Excalibur, где я играю. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Может, это тоже такая штука? Только не говорите, что там где-то будет иридий. Иридий! Что за везучая штука? Да уйди, блин. Почему? Я ему ничего не сделал. Он сам первый начал. Ой, какой редактировать? Отмена. Телепортироваться туда. Заберу свои вещи. Отдай. Ну чё, обстал, блин, и не дает мне пройти. Ну хоть здесь нету, блин, этого вонючего. Так, что мне нужно? Что мне не влезло вообще? Так, сейчас телепортнемся между маркеры в домик идем. Ресурсы скинуть вот сюда. А нет, это не считается за ресурс. Или может считается, я не знаю. Ну, у меня не считается. Так, оденем на себя бронку, которую потеряли. Нет, это целенькая. Надо сундук для брони сделать. Так, а чтоб он не касался, надо сделать так. Все. И тут у нас будут пластинки. Я хочу засунуть вот в этот инвентарь. Ой, вот. Вот это пластинок. Где?
Ну ладно, это все сюда скинем, 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 скинем все сюда. Два трутня. Так, а всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. И с вами был Зе Карандаш. Ждите следующей серии. Всем пока.